В Сочи именитый российский боксер приехал спустя 2 недели после последнего боя. Мурата Гасиева пригласил председатель городского осетинского общества «Алания» Анатолий Маргиев. Он стал инициатором встречи воспитанников сочинской детско-юношеской спортшколы Олимпийского резерва по боксу с титулованным чемпионом. Мурат Гасиев часто встречается с начинающими спортсменами и дает мастер-классы, ведь в юности у него тоже были кумиры. Когда я был маленький, я знал только Мухаммеда Али и Тайсона, но я их видел только по телевизору. Они находились в другой стране, и просто нереально было их увидеть. И всегда мечтал просто хотя бы прикоснуться к ним. А вот сочинским боксерам повезло. Они пообщались с чемпионом мира, взяли автографы, сфотографировались. А некоторые даже вышли с Гасиевым на ринг. Не драться, конечно. На несколько минут почувствовать себя учеником именитого боксера, получить необходимый опыт и узнать некоторые правила ударов. В бою ты никогда вот это не делаешь. 20 раз сюда, 20 ударов. В бою ты делаешь левой, левой, правой. Левой, правой. Левой сбоку. Раз, два, три удара максимум. Такие встречи необходимы юным спортсменам, ведь они мотивируют их к достижению результатов. В Сочи для занятий боксом созданы все условия, открыты несколько десятков спортзалов. Кроме того, в этот профессиональный спорт могут включиться и любители. У сочинцев есть возможность пройти отборочный тур на чемпионат мира. Он состоится в 2019 году. Для нас бокс очень важен, мы его сейчас будем развивать еще больше. Уже 1400 детей у нас занимается в городе Сочи боксом. В каждом сельском округе есть отделение по боксу. Тренерский состав очень сильный. У нас все мастера спорта международного класса, есть мастера спорта. Есть у нас и чемпионы мира. И поэтому, конечно же, такие встречи для нас очень важны. Сам же Мурат Гасиев сейчас готовится к объединительному бою за 2 пояса IBF в первом тяжелом весе. Подтверждать свое звание сильнейшего боксера он будет в поединке с кубинцем. Бой состоится 20 января в Майами. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.